Белый лист так и зовет к себе. Он может подружиться с нашей мыслью. Через руку столько в ней побед, пусть и карандаш себя возвысит. Ничего, что почерк, между прочим, так и не сумел отшлифовать. Леностью и спешкой искурочил, не сумел и глубже распахать. Мысли доверительно положим, пропитаем запахом библейским. Пусть не одному, а многим будут гожи. Главное, чтобы были полновесны. Главы и стихи наперебор, мысли изострить наперевес. Дух Святой пусть вывеет весь ссор и придаст им блеск и полный вес. Белый лист старанием испещрил, буковки сцепились долгожданно. Их из плена вывел, поощрил, думали ли, что их сейчас настанет. Карандаш и ручка даже лучше, только успевают, спотыкаясь. Может, и не солнце, только света лучик просочились с правдой через пальцы. В холоде кипит из сердца лава, пережитая, и думы, и страдания. Было бы все писанное славой, и не нам, владыке мироздания. Может, лучше в стихотворной форме примется, усвоится писание. Главы и стихи нас поют, кормят, угрожают страшными местами. Белый лист, да будет вечно чист от поклепа, лжи, любодеяния. В общем, говори, мой голос только писк. К берегу мы сеть Господню тянем. 26 января 2006 года.